Девчонки, сейчас хочу оформить заказик с онлайн-магазина «Самокат». Решила с вами поделиться. С этим магазином я познакомилась недавно, и мне так понравилось, чем вот одевать детишек, я не знаю, собираться. Тут буквально за 15 минут курьеры привезут продукты, товары для дома, то, что вы закажете, косметику. Очень удобно, там на сайте очень много скидок, акций, и еще самое главное, есть промокоды, которые я вам оставлю, обязательно используйте. Онлайн-магазин «Самокат» есть в 104 городах, и так как в каждом районе есть свой Dark Store, то доставка осуществляется очень быстро. Скачивайте приложение по моей ссылке, выбирайте товары, которые вам нужны. Смотрите, на сайте очень много разных товаров. Я вот себе выбрала фрукты, детишки попросили мороженое. И ввожу промокод на первый заказ от 800 рублей. Будет скидка 200 рублей. Очень выгодно, удобно и быстро. Все промокоды оставляю в описании под видео и закрепляю в первом комментарии. Девчонки, прошло минут 10. 15 точно не прошло. Очень быстро привезли мой заказик «Самокат». Кстати, я забыла сказать, доставка тоже бесплатная. И еще я здесь оплатила бонусами, спасибо у меня были. В районе 300 рублей у меня это все получилось. Очень выгодно. Так, взяла вот такую смородину, протертую с сахаром. Хочу сделать какой-нибудь чизкейк. Не знаю, может, в следующем видео. Там видела еще малину. Ну, в следующий раз обязательно закажу. Дальше взяла мандарины. Вот такие. По 500 грамм, это китайские муркот какие-то. Я посмотрела по картинке, очень хорошо выглядят. У меня Умар вообще очень любит мандарины. Попробуем, там есть и марокканские всякие. Дальше взяла яблочки полкилограмма Гала. Эти яблоки очень тоже нам нравятся. Огурчики у меня закончились. Вот такие очень хорошие. Кстати, посмотрим сейчас качество. Качество очень хорошее, смотрите, они в магазине бывают, знаете, посмотришь, а там внутри половину огурцов гнилые. Нет, это очень хорошие огурчики. Так, дальше взяла творог 5%, и взяла мороженое деткам. Вот они у меня ждут, такой пломбирный от фирмы «Самокат». Так что сейчас откроем мороженое, будут кушать, а я разберу продукты. Так что, девчонки, скачивайте приложение по моей ссылке, оставляю вам промокоды, используйте, можно списать бонусы спасибо, доставка бесплатная, очень выгодно получается. На первый заказ, на три первых заказа, можно, девочки, вот я первый заказ оформила на мужа телефон, сейчас на свой, следующий на сына, на Марьям, и постоянно будет скидка, это такой лайфхак, кто не знает. Так что оставляю в описании, закрепляю в первом комментарии, делайте покупочки. Сейчас буду печь вафли. Детишки у меня попросили. Они, кстати, очень-очень любят. Я, наверное, в неделю 2-3 раза точно их пеку. У меня рецепт новый. Я вам еще его не показывала. Произошел такой случай. У меня как-то попросили детишки вафли, и у меня не оказалось муки. И я решила добавить манную крупу. Никогда раньше так не делала, но они получились такие вкусные, хрустящие. Даже похожи на какие-то такие очень дорогие печенья. Да? И я решила вам показать рецептик. Рецепт оставлю вам в описании. Продукты очень простые. И за место муки добавляю манку. Яйца, растительное масло, сливочное масло, сахар, разрыхлитель. Что там еще? Манная крупа, молоко. Очень легкий рецепт. Обязательно, девчонки, попробуйте. Когда замешиваю тесто, я где-то минут на 20 его оставляю, чтобы оно, манка разбухает, и потом оно становится более густое. И начинаю выпекать. Можно сначала смазать вафельницу чуть-чуть маслом, чтобы они не прилипали. Я этого не делала, она у меня старенькая, но до сих пор хорошо работает, чуть-чуть неровно пропекает, но вафли всегда получаются очень-очень вкусные. Вот такие вафли получаются. Смотрите, на видео я вам показываю, как они выглядят. Пока я пеку, у меня детишки быстро их таскают. Не успеваю печь. Они очень любят у меня вафли. Напишите,
по какому рецепту вы их готовите, потому что я знаю, девчонки мне писали, что тоже часто готовят вафли. Вот такая красота получается. Обязательно попробуйте, приготовьте. Рецептик оставлю вам в описании. Они получаются вроде мягкие, хрустящие, очень ароматные, если вы добавите ванилин. И сверху можно полить каким-нибудь сиропчиком, сгущенным молоком или посыпать сахарной пудрой. Девчонки, все, кто кушает, всем приятного аппетита, баракатного вам дня и приятного просмотра. Мы с моими малышами идем, там Марьяшка с подружкой, вышли на улицу с Вероникой, они впереди нас. Салам алейкум, скажите. Салам алейкум. Все, идем аккуратно. Машина, Софи, вперед. Да. Вот сюда поворачиваем. Да, сейчас пойдем, заберем заказик. И нужно готовить ифтар. Сюда иди, Софи, машина. Со всех сторон машины. У нас сегодня так тепло на улице вообще. Красота. На площадку не пойдем. Ну, потом пойдете. С Марьяшкой. Там, кстати, лужа у нас. Почти высохла. Да. Я сегодня даже еще не придумала, что мне готовить на ифтар. Вот сейчас иду и думаю. Достала мясо размораживаться, курицу размораживаться. Как раз сейчас сходим. Я там заказала кое-что для дома. Еще там шампунь по скидке был. Ну, потом вам покажу. Может, кому-то будет интересно, тоже закажет. Очень выгодно получилось. Что ты там увидел? Трактор. Трактор? Трактор. Желтый трактор, да? Как твоя шапка? Да. А? Твоя красивая шапка? Да. Сегодня у нас вообще тепло. Тебе не жарко? Ну, Софика, сегодня у меня как девочка-девочка нарядилась. Платьишко одела, да? А я футболку. Ты футболку. Ну-ка, иди вперед. Покажись. Свой лук Софикин, платье, красивые ботиночки, да? У тебя зеленые, да, ботинки? Софинки, Софики, красивые ботиночки. Мы уже почти пришли. Сосиска в тесте? Да. А, спасибо большое. На. А я тут дома буду. Дома будешь? Да. На. Держите, дома будете кушать. А тем это. Все, идем. Забрали наш заказик. Идем еще за мороженым зайдем. Идем, девчонки, домой. Там у нас на светофоре видно, нет? Вот там видно. ГАИ остановили велосипедиста. Не знаю, как у вас, но у нас, девчонки, вообще они гоняют на этих самокатах по пешеходным переходам, на светофорах. Нужно оставлять самокат вести, да, пешком переходить. Они прям на светофорах гоняют, и потом случается очень много аварий. В прошлом году из-за самоката вот этого, на самокатах электрических, электронных вот этих. Муж попал у меня в аварию, вот так он вылетел на светофоре. И получается, тот затормозил и въехал впереди стоящую машину из-за вот этих самокатчиков. Вообще ужас какой-то. Надо их вообще штрафовать конкретно. Вот идут мои малыши. У нас здесь хорошо, такой ларек открыли. Ну, правда, уже, наверное, полгода. Лаваш горячий продают из тандыра. И все халяльное. Сосиски в тесте. Самса. Вы не убегайте. Мама везет на коляске. Я специально взяла коляску, чтобы везти мои коробки.
А мои малыши спереди идут. Марешку оставила. Мы зашли еще в 7 шагов в магазин. Они попросили у меня мороженое. И так что я Марьям оставила там с подружкой. Сюда идите, не убегайте. Быстрее, быстрее ко мне. Далеко от меня не уходить. И Марьям купит. Там такая очередь вообще. Мы пошли домой. Нужно уже готовить мне ифтар. Сейчас купят мороженое. Потом на ифтар будут кушать. Да? Шоколадки сейчас уже редко покупаю. Сюда иди, Умар. Сюда иди. Расскажи, как у тебя зубы болят. В сторону отойдите. Велосипед едет. Сюда, сюда. Зубы болят от шоколада? Как плакал. Да, все. Здесь у меня горит, солнце. Зубы надо чистить каждый день. Здесь я тепло ем. Да, надо будет идти с Умаром к стоматологу. Да. Все зубы сгнили, скажи. Нам стоматолог сказала, что они у него такие из-за того, что он долго молоко пил, да? Все зубы испортились. Ну давай за руку бери сестру. Все вперед, то вы отстаете. Девчонки, пришли мы домой. Сейчас покажу небольшую распаковку. Ну как, все заказала для себя, для дома. Взяла по скидке вот такой шампунь Клер на Яндекс.Маркете. Они были 2 по цене 1. Получается за 700 рублей 3 штуки. Очень выгодно, потому что в магазине они стоят 1400, а тут получается 3 за 700. Вообще очень выгодно. Я увидела эту скидку и взяла 2 по цене 3, 3 по цене 2. Так что заходите в Яндекс.Маркет, там сейчас такая распродажа. Еще взяла себе, давно хотела, вот такую швабру. Тут в ней у нее 3 насадки с отжимом. Давно на нее смотрела и что-то так захотелось себе любимой заказать. Делаю рекламу, зарабатываю и решила взять себе вот такую швабру. С ведром, вот с этой штучкой для отжима. Сейчас я буду делать небольшую уборку, попробую, как она мне понравится, не понравится. Но отзывы тоже хорошие, смотрела. Я все покупаю по отзывам, сначала читаю. И еще взяла, девчонки, себе маленький пылесос. Тоже смотрела по отзывам. Вот такой пылесос. Вообще он в районе 2500, по-моему, стоит. Вертикальный мой пылесос, который мне присылали на обзор. Детишки у меня его уронили. Нечаянно упал он. И плохо стал работать. Вообще плохо берет, короче, не работает, надо его в ремонт отдавать. Но пока не ремонтировали, так как он очень дорогой, около 30 тысяч, даже больше. Я решила себе на замену взять вот такой пылесос. 2500, здесь что удобно, вот сразу пылесборник, да, можно чистить, нету никаких мешков. Ну, сосет очень хорошо, я тоже брала по отзывам, сейчас тоже попробовала. Умар пришел, у меня сразу разделся. Не любит ходить, он одет, и у меня дома бегает вот так, в трусиках, да, как Маугли. Да, Умар? Ты Маугли, мой маленький? Так что, девчонки, если кому что-то нужно, ссылки, ну, пишите в комментариях, оставлю. Это не реклама, это я взяла для себя, вот, для уборочки. Так что я очень довольна. Я уже, наверное, почти месяц без пылесоса. Мне так неудобно. Везде паласы, еще кошка, шерсть. Так что я взяла. Не стала ждать ремонта. Потому что знаю, что сейчас ремонт очень дорогой. А вот такой за 2500 вообще шикарный пылесос. Девчонки, начинаю готовить ифтар. Сегодня решила приготовить я дамляма. Для дамлямы мне понадобится мясо говядины. Вы можете выбрать любое мясо, баранину. Даже можно делать с курицей, капуста. Я добавлю баклажан, иногда добавляю кабачок, лук, морковка, несколько штучек. Еще буду добавлять томат и зелень, и картошка. Сейчас будем обжаривать мясо
на растительном масле. Кто-то делает, сразу выкладывает слоями, кто-то обжаривает. Я делаю так. Чуть-чуть наливаем растительного масла, бросаем наше мясо и будем обжаривать. Сразу посолим чуть-чуть. Пока обжаривается мясо, я займусь нарезкой овощей. Рамадану я хайра шур, фикал махабба била шур, фикал сана. فيك الضياء رمضان يا خير الشهور رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان الله يا الله الله يا رمضان يا خير الشهور فيك المحبة بلا شرور فيك السنة فيك الضياء رمضان يا خير الشهور Вот так, девчонки, как на видео, я выкладываю все слоями. Не забываем солить, добавлять какие-то приправки, какие вы любите. И добавляю немножко воды, ставлю на медленный огонь и закрываю все капустным листом и крышкой. И вот так будет томиться где-то час-полтора. Пока я снимала, у меня тут играла муиска, решила ее тоже заснять. Нашла резинку для волос, так она играла интересно. Скучные, конечно, одной. Детишки говорят, давай еще и возьмем друга или подружку. Очень хорошая кошка, мы так ее любим. Ну что, девчонки, прошло где-то полтора часа. Дамля-ма моя готова. Она уменьшилась в размере почти в два раза. Вот такая вот она получилась. Очень вкусная, сочная. Конечно, если у вас много помидор, там, да, некоторые не добавляют воду. Но я все равно добавляю воду, чтобы был такой бульончик. И вот наш ифтар, девчонки, все, кто кушает, всем приятного аппетита, легкого вам поста, делайте дуа, читайте намазы, проводите время с семьей. Всем всего хорошего, всем спасибо за просмотр, спасибо, что вы меня смотрите, пишите комментарии, вы у меня самая лучшая YouTube семья. До новых встреч, ассаламу алейкум, всем пока-пока.